Итак, всем привет. Это очередной выпуск бодитюнинга, который я решил записать в свой предпоследний день отпуска на Азовском море. Тут приехал на одно из любимых мест, на обрывы недалеко от Приморска. Ну, думаю, взял фотоаппарат с собой. Людей нету, никто не мешает. Поэтому сегодня решил записать видео на тему о женских тренировках, как и обещал когда-то. А в частности, тема, что делать женщине для того, чтобы начать видоизменять свое тело, в общем, мышцы в частности, и почему женщине так сложно вообще этим заниматься, и какое отличие этого процесса между женскими тренировками и мужскими тренировками. Кстати, видео будет полезно и мужчинам, которые тренируются, потому что все равно причина, если можно так выразиться, в корне у обоих полов одинакова. Просто мужчина с детства имеет, скажем так, более выгодные карты в этом плане. Но уже не исключено, что женщина в процессе тренировок может, в принципе, и начать догонять. Грубо говоря, в мышечном плане женщина — это такой недоразвитый мужчина на самом деле. Сейчас опущу тему влияния гормонов на весь этот процесс, потому что на самом деле она вторична. Первично влияние такой системы, от которой все зависит в нашем организме, которая называется нервной. Я сейчас не буду вдаваться в подробности строения нервной системы. Не буду вдаваться в строение там периферической нервной системы, моторизованные моторные нейроны, там их размеры, мышечные ткани и прочее. Я сегодня расскажу в общем, для того, чтобы был понятен сам принцип, что, как и почему. Дальше будет вторая часть, возможно, третья часть этого видео, в которой уже углублюсь в саму тематику и, возможно, дополню то, что не расскажу сегодня, потому что тема очень обширная, она на самом деле очень абстрактная, придется перескакивать с одной ветки на другую и возвращаться обратно, то есть по одной линейке ее все равно не объяснить. Поэтому будем двигаться поэтапно, как будет получаться, так будет получаться. Вообще, на самом деле, двигательные функции зависят в первую очередь у любого человека и у любого пола, как у женщин, так и у мужчины, от способностей двигательных центров головного мозга, вот, нашей коробочки. И так повелось, что есть ключевое отличие между функционированием женского мозга и мужского мозга. Дело в том, что женщина более эмоциональная, более абстрактное такое создание, которое способно очень легко социализироваться. Способна, в частности, выполнять много задач одновременно, которые не касаются там физической работы, там мелкой моторики и прочее, да? В отличие от мужчины. Мужчина этому тоже может достаточно эффективно научиться и будет не хуже. Но мужчине придется специально учиться. У него для этого навыка, для этих навыков путь длиннее. Женщина обладает большей и более эффективной, более правильной, скажем так, которая реже ошибается, интуицией и прочее, прочее. А мужчина — создание точное. Он, скажем так, больше вдается в детали, больше склонен заниматься какой-то одной конкретной задачей, которую доводит до конца и потом берется за следующую задачу. То есть у мужчин и плюс физические данные, да, двигательная активность у мужчины проявляется гораздо эффективнее, как начиная от скорости, от точности, заканчивая силой. Вот. В чем причина? Причина в изначальной заточенности головного мозга в его развитии. У женщины головной мозг в первую очередь направлен на создание межполушарных связей. Мы же знаем, да, что у мужчины и женщины есть левое полушарие и правое полушарие. Так вот, у женщины более эффективно работают именно межполушарные связи, что, скажем так, если можно так выразиться, идет в создает какой-то ущерб, да, развитию каждого отдельно взятого полушария внутри себя.
Что такое развитие полушария внутри себя? Это создание межнейронных связей в конкретно взятом отдельном полушарии и конкретно взятых отдельных его сегментах, которые отвечают за определенные функции тела и организма в общем. У мужчины межполушарные связи развиты слабо. И у него основное направление, заданное, скажем так, изначально для развития мозга, это развитие каждого полушария внутри себя. То есть у мужчины более эффективно развиты внутри полушарные, да, связи между нейронами, достаточно густые и интенсивные. А вот межполушарные связи у него слабее, чем у женщины. Вот получается, если взять эти два разных мозга и слепить в один, он будет, скажем так, совершенным. Ну, относительно, если взять отдельно женский мужской или мужской мозг. Вот. Какой отпечаток это накладывает на вообще тренировки и на способности к проявлению скорости, силы, там, выносливости и прочее? Дело в том, что двигательные центры, они как бы внутри отдельно взятого полушария, да? И вот у мужчины двигательные центры изначально развиты лучше, чем у женщины. В ней там нейроны мощнее, они больше, и связи между ними больше. Поэтому изначально, если мы берем мужчину-новичка и женщину-новичка, то координация движений у мужчины будет гораздо правильнее, силовые показатели будут сильнее, работоспособность будет выше. А у женщины двигательные центры, они более ущербные, да, и они не получали такого внимания. И мало того, и природа заложена, что они где-то по остаточному принципу там развиваются относительно других центров. Но это ничего не значит, что с ними можно, нельзя работать. Дело в том, что от количества межнейронных вот этих связей в двигательных центрах, от их мощности, то есть от диаметра, да, от толщины проводящих путей между нейронами и от размеров самих нейронов будут зависеть дальше такие показатели, как координация, техника движений, в частности, да, и силовые показатели. И это еще не все. От этого, естественно, будет зависеть количество подключенных мышечных волокон и их тип. И, грубо говоря, мужчина-дрищ, да, вот который, скажем так, вот наш Леха в антидрище, он имел двигательные центры по развитию на уровне женских, на самом деле. И сама по себе дистрофия мужская, как по мне, так она заключается именно в проблеме двигательных центров в головном мозге, а не самими мышцами. Если мы начнем развивать двигательные центры, то, соответственно, мы автоматически начнем развивать те мышцы, которые к ним подключены и которыми эти центры управляют. Вспоминаем, да, нейрофизиологию и там основы нейромышечной там активности, деятельности. И есть там один такой нюанс. Тип мышечных волокон, то есть медленные, промежуточные или быстрые, зависит от того, как типу, к мотонейрону какого типа они подключены. То есть, если мы поменяем тип мотонейрона, к которому подключены эти волокна, от которых они получают иннервацию, мы, соответственно, сразу же поменяем тип волокон, которые к нему подключены, они сами перестроятся. Без этого изменить навсегда тип мышечного волокна невозможно. Естественно, что типы мышечных волокон, таких как медленные или быстрые, которых там совсем мало дано нашему телу, они вообще никогда не изменятся, и тип этих и их нейронов, которые они подключены, тоже никогда не изменится. Но у нас есть еще большой массив промежуточных волокон. У мужчины этот массив больше заточен в быструю функцию, да, он более мобилен, скажем так, просто исходя из того, что у мужчины в детстве больше физической активности. У нормального мужчины, я имею в виду. У женщины промежуточный тип волокон больше заточен на медленные функции. То есть изначально для работы с жирами и бла-бла-бла. То есть, о чем это говорит? О том, что сами по себе нейроны, которые управляют этими промежуточными женскими волокнами, они сами ближе по функции к медленным нейронам. Соответственно, они имеют совершенно небольшой размер и в состоянии давать совершенно небольшой силы импульса, если сравнивать с мужскими средними там промежуточными нейронами. И
Мало того, у женщины между даже этими маленькими нейронами, которые управляют промежуточными волокнами, которые больше медленного типа, да, чем быстрого, связей маловато. И вот здесь зарыта вся собака. Когда мы берем и обучаем технике каких-то упражнений мужчину и женщину, мы в первую очередь создаем связи между нейронами, которых не хватало для того, чтобы обеспечить именно такую правильную траекторию движения тела, которая нам нужна. Большинство людей косячат в технике упражнений, особенно на стадии обучения, только именно по той причине, потому что у мозга просто нет в этой последовательности соединений между нейронами для того, чтобы выполнить это движение именно в этой траектории, потому что нужно будет в определенной последовательности напрягать и расслаблять мышцы для того, чтобы выполнить это движение. А вот этой последовательности соединения нейронов для вот этой последовательности включения мышечных волокон в работу как раз и нет. Поэтому люди, и в частности женщины, выполняют все техники изначально, в которые способны, то есть в той, в которой есть соединение, да, то есть этот путь. И получается, что у человека есть вот этот кривой путь, да, для выполнения этого движения. Он просто его раньше никогда не выполнял, грубо говоря, да. И он его и выполняет в раскоряку. Как мозг может, так он его и делает. Вспоминаем, да, для строительства новых связей между нейронами, если мы выполняем многократные ежедневные попытки выполнить какое-то движение, уходит порядка 30-40 дней, не меньше. Это только для формирования новых связей между нейронами. Вот и представьте себе, у женщины и так ущербное, да, там, развитие в большинстве своем связей в двигательных центрах мозга. Да? Так мы еще и требуем построить новые. И первый этап — это осознанная работа, то есть осознанное изучение техники, осознанное прослушивание собственного тела, осознанное прослушивание ощущений в собственных мышцах и осознанное напряжение этих мышц для изучения и обучения техники. Без этого не получится ничего. Если у мужчины двигательные центры изначально развиты лучше, чем женские, значит, женщине придется на обучение технике какого-то отдельно взятого упражнения потратить гораздо больше времени, чем мужчине. Это факт. То есть временные рамки тренировок, количество обучающих тренировок и количество повторений подходов при обучении техники и упражнений мужские женщине не подходят. Их должно быть как минимум в полтора раза больше. То есть тренировка должна быть длиннее, количество попыток должно быть больше. Дальше. Пока мы не создадим вот эти вот новые связи между нейронами, ни о каких увеличениях там проводящих путей и увеличения нейронов не может быть и речи. Просто потому что пока мы не создадим правильное соединение между нейронами и правильное, не освоим правильную технику, ни о каком увеличении усилий, да, на тренировке и добавлении там серьезных силовых нагрузок не может быть и речи, потому что техника кривая и может только покалечиться. И вот здесь вот встает вопрос, что такое сознание. Сознание человеку, да, вот осознанность сознания. То есть это такой обучатель и анализатор. Вот что такое сознание. Сознание нам в спорте необходимо для одной простой вещи, как и в жизни вообще, в принципе, в частности, для обучения. Обучения каким-то навыкам. И вот пока мы сознанием контролируем процесс обучения техники упражнения, пока техника выполнения упражнения наша, и в частности женская, зависит от контроля сознания, то есть вдумчивое выполнение, следить собственным мозгом за тем, чтобы колени куда-то там не выходили, чтобы локти шли правильно, это еще не отработанная техника. Когда создадутся необходимые межнейронные связи для выполнения этой траектории правильной, этот навык станет бессознательным, скажем так, уйдет в бессознательную плоскость. И сама техника движения правильно уже будет получаться автоматически. Вот пока такого автоматизма не будет, женщине придется пыхтеть сначала над созданием именно межнейронных связей. Но межнейронные связи создаются только сознанием.
То есть человек должен уйти в себя, уйти в контроль собственных конечностей, собственных мышц. И вот этим вот ухождением в себя и попытками выполнить правильное движение человек должен требовать от мозга, от своего, чисто на физическом уровне, построить новые дорожки, новые соединения между нейронами для того, чтобы он мог контролировать это движение именно в такой траектории, которая нам нужна. Но проблема в том, что это больше присуще мужчине, именно погружение в себя и работа там сконцентрированная, концентрация такая. Большинство женщин не способно то так по щелчку пальцев взять и сконцентрироваться на чем-то, именно уйдя в себя, сгруппировавшись и контролируя именно собственные мышцы. Опять же, из-за того, что больше межполушарные связи развиты, чем внутри полушарные. И в первую очередь, по первому времени, при вот таких вот изучениях вот техники и вот этого вот сознательного контроля, женщина будет воспринимать эти моменты больше как пытку над собой, чем на какие-то тренировки. Это нормально. Я долго думал, почему при сверхмедленном тренинге у женщин так разрывает мозги. То есть многие начинают рыдать, у них там истерики начинаются. Им очень тяжело это выполнять. Потому что для того, чтобы выполнять 10 повторений негативную фазу, а потом 10 повторений позитивную фазу, нужен жесткий самоконтроль. Нужен уход в себя и контроль полностью своего тела и своих конечностей на всей траектории движения. То есть ничего не должно отвлекать. Для большинства женщин изначально, на старте, это тупо адская работа. Именно работа мозга адская. Но он не готов к этому. Но, милые девушки, если вы хотите эффективно работать с вашими мышцами, вам придется пройти этап этой пытки. И именно вот эта вот тяжелая психическая, да, вот нагрузка на голову, это как раз тот момент, когда мы требуем от нашего мозга создать новые межнейронные связи, которые нам нужны для освоения техники. Без этого никуда. Большинство женщин, вот сколько я не наблюдаю, вот им показывают новую, вот тренера там говорят, давай изучаем технику. Ну что она, допустим, те же приседания, она брык-брык попрыгала, она головой вертит, она реально, вот как дети в 4-5 лет, да, больше 15 минут концентрироваться на чем-то не в состоянии, да. А вот у женщины это по жизни, эта фигня сохраняется, особенно если касается дела тренировок. И вот здесь нужно пережить этот момент. Потому что без него дальше, ну, никуда, ничего не получится. А если будет получаться уже очень долго и с кучей травм. То есть, по сути, девушкам на тренировке, вместо того, чтобы абстрактно, да, и обширно воспринимать этот тренировочный зал, видеть, кто в чем, какой одежде пришел, у кого кроссовки похожи на ее, нужно все выбросить. Нужно научиться заставить себя, да, вот на каждой тренировочке погружаться в себя и работать именно с собой, работать с помощью своего тела, собственным мозгом. Тело контролировать просто, заставлять мозг видоизменяться и формировать новые связи, я уже не говорю о больших процессах, очень сложно на первом этапе. Дальше это будет гораздо проще. Главное качнуть систему в эту сторону, для того, чтобы она начала это делать. Дальше уже по накатанной идет. Вот именно вот эта концентрация, контроль и требования от системы. Это самые важные моменты на этапе изучения техники упражнений. Мало того, количество попыток должно быть большим, чем у мужчин. Сколько? Бог его знает. Но до тех пор вам придется насиловать свой мозг. До тех пор, пока не освоите именно бессознательно правильную технику выполнения движений. Когда вы уже снимете свою технику на видео и поймете, что вы в этот момент вертели головой по сторонам, как обычно, но при этом техника была идеальной. Это называется уже бессознательный навык, который уже никогда не утратите. Это, скажем так, такая первая часть цикла видео о том, как тренироваться девушкам и о самых важных аспектах их тренировок
и проблем, связанных, проблемах, связанных именно с тренировками. Вот женщине легко даются, дополню сейчас еще видео, женщине легко даются пассивные способы контроля над мышцами. Какие? Растягивание. То есть у мужчины степень сопротивления мышечной ткани растягиванию гораздо выше. Мужчины не любят растягиваться, потому что им это приносит гораздо больше боли. За счет менее эластичных сухожилий и большего массива мышечной ткани. И мало того, эта мышечная ткань все равно в промежуточных волокон заточена на более быструю функцию. И когда мы начинаем тянуть этот массив, он сопротивляется гораздо мощнее. То есть с первых секунд растягивания мышечные волокна всегда в ответ начинают очень сильно напрягаться. Поэтому мужчине психологически это тяжело, потому что там реальное сопротивление идет. Первые секунд 5, 10, а то и 20 в момент натягивания мышц. А женщине, наоборот, эта фишка больше по кайфу, потому что это не требует от нее осознанного ментального контроля над процессом напряжения мышц и над процессом движения. И мало того, за счет эластичности сухожилий, за счет меньшего массива мышечных волокон и за счет того, что система больше заточена на медленные мышечные волокна, а не на быстрые, она растягивание воспринимает как благо. Потому что спастики, спазмированию, подвержены больше медленные волокна. Быстро я не представляю, как можно спазмировать. Но судороги, почему голени постоянно хватает судорогами, не так как не хватает ни на другую часть тела, потому что там все в медленных волокнах забито. И вот именно спазмируются именно медленные волокна или промежуточные, развитые в сторону медленных. Да? И отсюда получается такая фишка, что женщина больше подвержена спазмам мышечным, хотя она может их и не чувствовать. Но сами растягивания ей доставляют кайф, потому что этот спазм все равно он истощает, он там возле, он глубоко в подсознании все равно действует на нервы. Это в прямом смысле, потому что он поглощает все равно энергетику из нашей коробочки. И поэтому, когда женщина растягивается, она кайфует, потому что у нее спастика снимается. А мужчина, когда растягивается, совсем не кайфует, потому что это вызывает серьезное ответное напряжение, сопротивление мышечной группы. И там уже придется серьезно напрягаться для того, чтобы себя тянуть. Но именно такой способ, как растягивание, на первом этапе женщине позволяет именно научиться контролировать собственные мышцы. И причем, ну, скажем так, пассивно, не совсем с ее участием, да, как отрешенно. Но сами те же растягивания можно выполнять осознанно, опять же, с погружением в себя и с погружением именно в растягиваемую, вот ментально, в растягиваемую мышечную группу. Это будет совершенно другая эффективность. И это позволит, опять же, ускорять процессы построения новых межнейронных связей. Ну и изучение техники новых движений в разных плоскостях, вдумчивое, сконцентрированное, тяжелое, напрягающее. Это основа для начала женских тренировок. Да, кстати, и для середины, и для опытных уже это тоже в какой-то степени тоже еще не пройденный этап. Ну, как практика показывает. Вот. Страняшка, кстати, как раз построена на основе всех этих функциональных вещей. Скажем так, более пассивно позволяет участвовать в процессе тренировок. Но это как первый этап. Страняшка – это курс тренировок для девушек, для там, сброса жира и обучения технике движения, владения собственным телом. Ну и, скажем так, для пластики, для подключаемости мышечных групп и бла-бла-бла. Так что первую часть основ женских тренировок я сегодня закончу. Будем считать, что она касалась больше изучения техники и не конкретно взятых упражнений. Конкретно взятого упражнения, а в общем. Вот. Подписывайтесь, девчонки, на курс тренировок. Стройняшка, становитесь изящными, тоненькими, выносливыми и активными вместе с другими девчонками, которые уже тренируются по этим схемам. Парни, подписывайтесь на курс переформатирования, учитесь контролировать ваши мышцы, учитесь чувствовать свое тело совершенно по-новому, учитесь набирать мышечную массу, при этом сбрасывая какой-то процент жира,
У всех по-разному просто это происходит. Кто прошел переформат, подписывайтесь на курс тренировок «Рывок». Это следующий этап после переформата, который позволяет уже на полную катушку использовать навыки, которые вы приобрели на самом переформатировании. Подписывайтесь на наш канал, регистрируйтесь в нашей группе ВКонтакте, регистрируйтесь у нас на форуме, заходите в мой Инстаграм. Я там периодически выкладываю там результат своих тренировок, разные интересные наблюдения, ну и просто разные всякие приколы. Ссылочки на все эти вещи находятся в подсказочках к этому видео и внизу в описании под этим видео. А с первой частью о нюансах женских тренировок мы сегодня закончили. До встречи в следующем выпуске бодитюнинга, ну и других выпусках нашего канала. На сегодня все. Пока.